Белорусская экономика – одна из самых открытых в мире. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Белорусский лидер выразил уверенность, что дипломаты займут активную позицию по расширению практических связей наших государств. Развитие получит и межпарламентский диалог. Одна из задач нового состава Национального собрания – развитие международной правовой базы для взаимодействия. Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь видит перспективы расширения сотрудничества как со странами Евросоюза, дальние дуги, так и африканским континентом. В приоритете неизменно остается многополярная и миролюбивая политика. Премьер-министр Беларуси принял участие в саммите Центральноевропейской инициативы. Андрей Кобяков призвал страны сообща противостоять внешним и внутренним вызовам. Также глава правительства представил приоритеты председательства нашей страны в Центральноевропейской инициативе в 2017 году. Беларусь намерена сконцентрироваться на упрощении таможенных и пограничных процедур, развитии транспортной инфраструктуры, а также на сближении ЕС и ЕАЭС. В Минске прошла премьера программы Федерации профсоюзов под названием «Семь тайн Беларуси». Идея проекта – рассказать зрителю об особенностях нашей страны, по которым Беларусь узнают за рубежом. В масштабном представлении задействовано более сотни актеров, а первыми зрителями стали представители дипкорпуса Сербии, Венесуэлы, Бразилии, России, Мексики и Азербайджана. Проект войдет в постоянную программу Дворца профсоюзов до 2019 года.